Ну, понятно, что, говоря о лечении опухоли с экспресс-сихер-2, мы говорим и раньше говорили о том, что это наиболее агрессивная опухоль молочной железы. Ну, сейчас, когда появились препараты, лечебное воздействие в отношении вот этих опухолей с экспрессией HER2, еще более худшая форма, можно считать, трижды негативный рак, когда нет вообще экспрессии никаких рецепторов, в том числе и HER2. Но в отличие вот от этих опухолей, при трижды негативном раке как раз не найдено мишени, которые позволяли бы успешно лечить это заболевание. Конечно, на таких конференциях, как Сан-Галлен, который вот только что прошло и уже расписан до 2019 года, в марте месяце мы собирались, безусловно, без сомнения, вот эти вопросы тоже обсуждаются. Ну, вы знаете, что вот это все семейство, состоящее из четырех, так сказать, рукавов, начиная от HER1, кончая четвертым, именно второй тип, наиболее как бы агрессивный в силу различных причин биологических. И когда было найдено как бы антитело к этому фактору, трастузумаб герцептин, ситуация значительно изменилась. Ну, сейчас мы уже располагаем и другими препаратами, которые воздействуют не только на HER2, но и на другие димеры, вот, включая, допустим, HER3 пертузумаб или лопатинип, который охватывает экспрессию эпидермального фактора роста. Но сегодня мы будем говорить о тех испытаниях, которые оценивали сначала адъювантное применение герцептина трастузумаба. Сейчас в эти исследования и оценка их включает 11 тысяч пациентов, половина из которых вместе с химиотерапией получали трастузумаб герцептин, и половина нет. Но мы говорим как бы с основанием, потому что входили в проект ГЕРА в сравнении одногодичного лечения с двухгодичным, где четко было показано и в других исследованиях преимущество назначения таких препаратов. Сравнивая как бы исторически все виды системного лечения при относительно ранних стадиях операбельных, мы видим, что когда-то, когда не было вообще никакой системной терапии, только 20% пациентов доживало до 10 лет после операции. Когда появилась схема CMEF, потом АЦ, эти цифры стали как бы повышаться, все больше пациентов выживает и переживает даже 10 лет. Наконец появились токсаны, это уже 60%. И все, речь идет не вообще о раке молочной железы, а именно с экспрессией HER2. И, наконец, вот, появление герцептина, верхняя строчка, вот, позволяет довести 10-летнюю выживаемость до 80% при любой стадии операбельного рака, включая больных и в основном больных с метастазами в лимфоузлах. Там очень мало пациентов первой стадии. И это теперь подтверждается и метаанализом Оксфордского университета, и вот эти же цифры сообщались только что в марте месяце в Вене. Притом там уже шла речь не только адъювантом, но и неоадъювантом лечения распространенных опухолей, которые первично неоперабельны, и в результате такого лечения становятся операбельны. Что очень как бы важно и спорно, и в особенности для многих стран, с каких, так сказать, размеров опухоли надо назначать герцептин при экспрессии HER2. Вот голосование экспертов Сан-Галлена. Вот мы входим в Сан-Галленскую группу с 2005 года, 12 лет там заседаем. Вот видите, даже при опухолях 5 мм и меньше, 1/3 экспертов считает возможным назначение герцептина. Прошлое голосование 2 года назад никто не поддерживал, теперь 1/3. Опухоль категории Т1Б, то есть от 5 до 1 сантиметра, 85%. Ну, а чуть больше, от 1 до 2, то есть категории Т1,
94% поддерживает. У нас в Российской Федерации, как вы знаете, вот эти стадии вообще не входят в стандарт лечения HER2-позитивного рака. Не только у нас, во многих странах. Вот как объясняют как бы представители, вот, отцы-основатели вот этой Сангалин Групп, они полностью поменялся состав, что вот такое голосование – это не стандарт лечения, а рекомендации для, значит, практических онкологов. То есть это дает право пациенту выписывать препарат даже при таких стадиях, начиная с категории Т1В. Это не означает, что пациент будет получать бесплатно этот препарат. Он имеет право. Если Сангалин не рекомендует, то и не имеет права в Европейском Союзе, в Америке выписывать препарат. Значит, это дает право. Но это не значит, что это войдет вот в обязательный стандарт. Но, во всяком случае, там и мы, когда у нас лечатся такие пациенты, говорим, что хорошо бы там, конечно, и герцептин вместе с химиотерапией, но, конечно, это не входит в обязательный стандарт. Дальше. Ну, при наличии метастазов в лимфоузлах, даже при маленькой опухоли, даже 5 мм, тут вопрос не обсуждается, и в России это стандарт лечения. Но вот голосование. Всегда ли антихертерапия, допустим, герцептином, должна назначаться с химиотерапией? Ну, конечно, 90% эту концепцию поддерживают. И почему, я покажу чуть позже. Вот. И должны ли включаться антрациклины, понимая, что сам по себе герцептин обладает кардио, так сказать, токсическим эффектом. Так вот, 62% все-таки считает возможным назначать и антрациклины параллельно в схемах лечения. Ну, еще больше, 87% считают возможным включать таксаны. Это основано на тех работах, которые вот я показал, в том числе ГЕРА проект и, значит, три остальных, два американских проекта, где наибольшая эффективность была у пациентов, которые получали схемы, включающие таксаны, антрациклины плюс герцептин. Вот. Там, где уже невозможно было назначить антрациклины, это вот проект Слемана, там вместо антрациклинов назначалась платина. Ну, во всяком случае, сложные схемы химиотерапии. И когда учитывая вот такой эффект антрациклинов кардиологический, кардиотоксический, когда начинать терапию герцептином? Стартовать, так сказать, только одновременно с токсанами. Если вы думаете о назначении химиотерапии, включающей антрациклины, значит, это обычно 4 схемы АЦ с антрациклином. И когда вы переходите последовательно к токсанам, паклитоксал или там доцитоксал, вот только тогда надо подключать герцептин, тогда вы избегаете вот этих ненужных осложнений. Вот дальше вот переходим уже к распространенным опухолям, неоадъювантно-системной терапии. Вот, каким, значит, как бы, может ли как бы, вот такая неоадъювантная терапия, химиотерапия и сочетание, значит, герцептином с антихертерапией быть предпочтительным вариантом выбора лечения, если даже вторая-третья стадия, если пациент настаивает на будущем органосохраняющем лечении, то есть выполнением операции. Но 94% поддерживают такую концепцию. Это основано уже на результатах проведенных исследований, в том числе в нашем институте вместе с итальянцами, немцами, где именно вот такая комбинация, непростая, но очень эффективная, приводила примерно 25% к выполнению не просто к операции, а к органосохраняющим операциям. Ну и дальше. Вот закончилась неоадъювантотерапия, включающая в том числе вот эти препараты, химиотерапию и комбинации трастузумаба и пертузумаба. Выполнены операции. Какое должно быть адъювант лечения? Надо ли продолжать трастузумаб до 1 года? Ведь по стандарту трастузумаб должен назначаться на 52 недели, то есть на 17-18 век в течение года.
наши стандарты, там, которые там охватывают 6 месяцев, 3 месяца, они вообще как бы не приняты в других странах. Значит, 88% поддерживают именно такую вот концепцию, продолжать дальше тестозумаб до как бы завершения вот этих 52 недель. А если вместе с пертузумабом в комбинации, эта схема такая высокоэффективная в неоадъюванте, значит, большинство, почти 70%, не поддерживают это. Почему? Ну, не только из-за высокой стоимости, а даже из-за того, другой причины. Скорее всего, из-за того, что в адъювантных режимах после завершения неоадъювантов такая схема не исследовалась и не проверялась. Все, что не было получено при клинических испытаниях, включающие не менее 1000 пациентов, эксперты СНГ никогда не пропускают. Поэтому раз не доказана эффективность, хотя умозрительно кажется предпочтительно, значит, таких схем пока и не рекомендуется. Ну вот, теперь уже вот говоря о соучастии там, нашего института и диспансера в неоадъювантных проектах. Ну, это вам известное как бы исследование на АХ, Лукаджани, вот, ну, значит, она оценивалась сначала по числу полных регрессов опухоли. В результате вот такого лечения, комбинируя химиотерапию, включая токсаны, и лечение герцептином. И у 40% пациентов, в основном третья стадия, наблюдалась полная морфологическая регрессия. Но международная вот эта группа, которую возглавляет патолог, патоморфолог, Картазар, ее фамилия, она как бы не приняла вот, как бы, вот эту критерий полного регресса как достаточный как бы, признак эффективного лечения. Да, возможно, что и скорее всего, если достигнут полный регресс, то результаты будут хорошие, но не обязательно. И это потом подтвердилось в исследовании, когда оценивался лопатинип плюс герцептин вместе с химиотерапией, где было показано там, больше чем половины полных регрессов. Но когда эту же схему применили как адъювант лечения, никакого улучшения выживаемости не наступило. Вот почему я показываю эти цифры, что здесь не просто была дана оценка полных регрессов, а выживаемость этих пациентов без событий, то есть без рецидива заболевания. Ну, здесь вот значит, цифры касаются 4 лет, а сейчас опубликованы в Lancet Oncology 10-летние результаты вот этого проекта, где четко показано, что пациенты, получавшие комбинацию таргетной терапии и химиотерапии, они живут дольше, и почти 80% пациентов переживают 8 лет. Ну, будет доклад Татьяна Юрьевна, просто упоминаю, что институт участвовал в проекте «Клеопатра», это уже касается 4-й стадии, где вообще еще где-то 10 лет назад вообще нечего было делать. А сейчас выясняется, что 66% получавшие вот такое лечение переживают и 3 года, и 5 лет после окончания лечения. Это пациенты 4-й стадии с отдаленными метастазами. Насколько важна комбинация двух препаратов трастузумаба, герцептина и пертузумаба, и химиотерапии. Но при всем при том, и вот возвращаясь к вот этому исследованию на АХ, действительно, там часто достигается полный регресс. Но при этом где-то около 70% получавшие одну терапию без химиотерапии, вообще нечувствительны к лечевинтаргетными препаратами. Вот. Чувствительность касается только части пациентов – 16-27%. Значит, остальные при наличии экспрессии там, 3 плюса и так дальше или малочувствительны, или нечувствительны, тем более, если оценивать выживаемость. И если это основываться только на иммуногистохимии, как бы становится непонятно, почему вот при наличии такой экспрессии, подтвержденной амплификации, все-таки нет чувствительности.
И когда это осмотрели с точки зрения молекулярной, так сказать, генетики, молекулярных подтипов, то выяснилось, что среди этих пациентов с высокой экспрессией 3+, фактически 1/3, если не больше, больных с экспрессией рецепторов стероидных гормонов. Это люминальные опухоли. Вот Чарльз Перро, он получил за это такую даже высокую премию, Лиза Кэрри, в прошлом году опубликовали эти данные. И это объясняет, что это очень сложный вот этот вот конгломерат подтипов в рамках опухолей, экспрессирующих вот этот ген ФЕРН2, который и предсказывает нечувствительность иногда вот этого лечения. И поскольку мы говорим о том, что герцептин, трастузумаб и любая таргетная терапия должна сочетаться с химиотерапией, сама по себе одна таргетная терапия не позволяет изменить ситуацию. В этом смысле, конечно, была находка, когда нашли химиопрепарат эмтанзин, очень токсический препарат, то есть, в принципе, непереносимый. Но если с помощью герцептина трастузумаба доставлять этот препарат закрытым к опухолевой клетке, где он раскрывается, тогда эффект вот такого лечения, конечно, превышает просто применение герцептина и обычных нам схем химиотерапии. Это важнейшее достижение, и этот препарат, о котором Татьяна будет говорить, позволяет у пациентов, у которых исчерпался эффект обычной таргетной терапии, включая герцептин или даже другие препараты, лопотинип, получить вновь неплохой ответ. Ну и здесь вот есть уже доказательства более высокой выживаемости среди вот этих пациентов в сравнении с, допустим, с другими таргетными препаратами и мощной химиотерапией, включая ксилоду капицитабин. В прошлом году на АСКО докладывались пути, как обратить вот эту резистентность таргетной терапии, в частности герцептину, да и другим препаратам. Какие направления исследований должны быть проведены, чтобы назначать этот препарат именно тем, кто чувствителен к этому лечению? Ну, среди них, да понятно, когда низкая экспрессия ХЕРН2 и неправильное определение экспрессии, а правильно считается только по методике, которую рекомендует АСКО-КАП, коллеги американских патологов. Вот если по этой методике, то больше оснований ожидать эффекта. Вот. Проблема ангиогенеза, как преодолеть? Авастин не показал там больших успехов в лечении этих пациентов. Иммунная система, несколько исследований. Я надеюсь, и в нашем институте мы будем такую работу проводить. Использование чекпоинт-ингибиторов к основным факторам, которые определяют резистентность, как бы малую, так сказать, эффективность самого по себе иммунного статуса. И так далее. Значит, это все в развитии. Но при этом надо понимать, что, конечно, если мы применяем вот такое стандартное лечение, или вот сейчас даже получили разрешение наш отечественный препарат Биодам, как неоадъюванта лечения первой линии, даже и в этом случае, при, конечно, очень точной оценке, действительно уровня экспрессии ХЕРН2. Потому что, к сожалению, когда очень много пациентов, сейчас 70% пациентов, леченных по поводу рака молочной железы в институте, прибегают из других регионов. Они приезжают из других городов, и мы, когда сравниваем это определение, то видим, что в лаборатории Анны Сергеевны приходится все это переделывать, потому что не соответствует вот эта экспрессия 3+, то, что там определяется. Это очень важная проблема. Вот. Но, во всяком случае, как бы наметились такие пути, и тогда будут открыты вот эти новые направления, и, возможно, и другие таргетные препараты, то, конечно, возможности клиницистов улучшатся. И вот, еще раз напоминаю, значит, «Белые ночи», там более широкое обсуждение будет 2 дня, 23-25 июня. Спасибо за внимание. Thank you.